исследовали, Яновске прошел кратковременный, но сильный ливень, который показал, что на некоторых участках в городе ливневки не справляются со своей задачей. Такой вопрос поднял глава региона на аппаратном совещании. Ежегодно всплывающая проблема ливневых канализаций действует на нервы автолюбителям и обычным пешеходам. В 2023 году обещают привести в порядок более 3 километров ливневок. В 2023 году сотрудниками МБУ «Доремстрой» выполнены следующие виды работ. Очистка водоприемных колодцев 1791 штука, очистка ливневой канализации водой из шлангов под давлением 150 километров, установка чугунных крышек на колодцах 88 штук. Также была проведена замена решеток, очистка труб, ремонт колодцев и откачка воды. В этом году построили и отремонтировали более 3400 метров ливневых канализаций. Ремонт проводился и продолжается по 22 адресам. Среди них улицы Рябикова, Робеспьера, Октябрьская, Вольная, Железнодорожная, переулок Торговый. 8 участков уже готовы. На 2 в настоящее время работы ведутся. Еще 2 проторгованы, ожидают захода подрядной организации. Ремонтные работы в этом году проведут и на других улицах в разных районах города. Дорожное полотно вскрываться не будет, что позволит отказаться от перекрытий проезжей части. Поможет метод горизонтально направленного бурения. На модернизацию ливневых канализаций выделено 45 миллионов рублей. Одним из масштабных мест модернизации стал участок на улице Академика Филатова. Помимо ливневой канализации, ремонтируют дорожное полотно, тротуары и устанавливают новое освещение, светофоры и дорожные знаки. Срок окончания работы по проспекту Академика Филатова 15.10.2023 года. В настоящее время выполнен ремонт тротуарного покрытия. Ведется ремонтная работа на проезжей части. В настоящее время уложено выравнивающий слой на автомобильной дороге. Специалисты подчеркивают, что система дождевой канализации рассчитана на отвод лишь определенного объема воды. При сильном ливне потребуется от 30 до 60 минут, чтобы ликвидировать ручьи. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.